Так, все, наконец-то видела, что пошла трансляция. Ура! Ура, ура! Всем здравствуйте! Пожалуйста, напишите, видно, слышно, видно ли вам и меня, и презентацию. Сейчас у вас должно быть видно прекрасную янтру Венеры и... небольшом окошечке. И меня. Ваша покорная слуга. Видно и слышно. Спасибо большое, Алиса. У нас с вами... Здравствуйте, спасибо. У нас с вами сегодня прекрасная тема. Транзит ретроградной Венеры для каждого восходящего знака. Перед этим... немного вводных слов. Познакомимся, вдруг кто еще там из новых зрителей не знает, хотя написано, конечно. Меня зовут Валентина Арнацкая, я представитель Академии Рами, Международной Академии Рами, которая занимается обучением ведической астрологии или древнеиндийской астрологии Джьотиш более 20 лет. И я представитель в Петербурге. И вы знаете, вот сейчас началась у нас трансляция, вышло солнышко, у нас тут дождь шел целый день. Будем с вами сегодня говорить про Венеру. И что же такое ретрогрессия? Если вы хотите... тоже видеть, понимать, что происходит на небе, можно так сказать, то приглашаю вас в эту субботу, то есть уже завтра в 14:00 на встречу для абитуриентов. Встреча без оплаты, но обязательно запись, так как места ограничены. На встрече я обычно рассказываю свой путь Джьотиш, также делюсь как такими лайфхаками, как у бывшего и нынешнего ученика, рассказываю все нюансы, все подробности и показываю на практике. Сегодня, кстати, у нас тоже с вами будет в конце небольшая практическая такая часть, несколько карт я рассмотрю и скажу, как именно для вас, для вашей карты будет проявлен транзит, что он затронет, потому что, конечно, для каждого восходящего там и лунного знака это уже одна призма, но можно еще тоньше, 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 все мельче и мельче, мельче, глубже смотреть, как картину мы рассматриваем. Издалека, ближе, ближе, все больше и больше деталей. Итак, любая ретроградная планета выступает для нас помощником в реализации нашей кармы в той сфере, за которую эта планета отвечает. Венера у нас отвечает за красоту, за любовь во всех ее проявлениях, также сострадание. Венера отвечает за все искусство, за коммуникации, за гармонию и чувство этого баланса, умиротворения, можно даже так сказать. Также Венера — это про наслаждение, наслаждение жизнью. Мы, кстати, вот недавно об этом разговаривали, что одна из нашей цели — это кама, то есть получать удовольствие. Одна из целей, не все, их всего четыре, одна из... это кама — получать удовольствие. И иногда, особенно это женщинам важно, иногда кажется, что если моя цель — получать удовольствие, значит, я должен искать удовольствие, да, в этом мире и стараться как можно больше получить. Больше вкусных пирожных, поспать до обеда и все в этом духе. Тогда это противоречит предыдущим целям. Еще там две до есть очень важные цели, как-нибудь потом об этом поговорим. Но суть даже не в том, что как найти какие-то объекты наслаждения, а как в том месте, где мы находимся, начать, научиться, начинать получать наслаждение.
И ретроградная Венера – прекрасный помощник в этом. Почему? Потому что ретропланета любая дает внутреннее, направляет наш взгляд внутрь, по своим сферам, конечно. То есть мы начинаем больше внутренне созерцать эти вопросы. Например, что такое настоящая любовь, если это касается Венеры? И это чудесная возможность вывести индивидуально для каждого энергии этой планеты на более высокий уровень. Потому что вот эта внутренняя работа, внутренняя вот эта вот диалог, он очень созвучен с диалогом вот вне, да, вот пытаемся какой-то вопрос решить, мы обсуждаем его, и что-то в итоге, какой-то знаменатель приходит, и мы решили вопрос. То же самое происходит и внутри нас. Венера бывает ретроградной у нас 42 дня в ретроградном движении. И само ретроградное движение – это, конечно же, иллюзорное движение, поскольку если бы точка отсчета была бы не наша Земля, а Солнце, то никаких ретроградных, то бишь обратных движений не существовало бы. Но точка отсчета, то есть как это, теория относительности, да, все относительно, является для нас Земля, потому что мы не находимся. Поэтому здесь, с Земли, иллюзорно планеты в определенных частях небесного полотна как будто бы идут назад, останавливаются и идут назад. И так как все относительно, и так как наша Земля для нас первейшая точка отсчета, для нас это имеет большое значение. Итак, Венера уже с 23 июля вошла в свое ретроградное движение и будет по 5 сентября. И этот пласт условно можно поделить на две части. Вот с 23 июля по 7 августа здесь Венера будет в знаке Лев. Мы сейчас поговорим об этом. И, естественно, 7 августа по 5 сентября. Ну, там примерно, надо смотреть переход, когда будет. По пятое. Там уже Венера будет в Раке. То есть вот у нас есть два отрезка, чтобы было понимание, как это все происходит. И, естественно, в каждом знаке Венера дает свою характеристику. Она качество этого знака раскрывает по своим показателям для нас. И, как я говорила, что ретрогрессия планеты – это возможность взглянуть внутрь ее качеств, в нас самих, естественно, то также ретроградная Венера – это возможность увидеть свои привязанности. А где же их увидеть? Мы вот сейчас будем с вами говорить. Это будет зависеть от каждого индивидуального восходящего знака или лунного. Если вы не знаете свои восходящие там, или лунные знаки, пишите. Мы вам обязательно подскажем, и потом просто пересмотрите запись. Так вот, возможность увидеть свои привязанности. Увидеть – это уже хорошо, значит, создать их. Следующий этап, как я говорила, провести этот внутренний диалог на эту тему и смочь эти привязанности, если я скажу «избавиться от них», это будет такое лукавство, господа. Почему? Потому что, чтобы избавиться от всех привязанностей, нам нужно, конечно же, нам стремиться к этому надо, чтобы не привязываться, а любить, принимать. Но если мы избавимся от всех привязанностей, то мы станем святыми. Это прекрасно, и к этому можно стремиться. Но поэтому не переживайте, если вдруг этот период пройдет, а вы так и не избавитесь от своих привязанностей. Ничего страшного, у вас еще есть на это целая жизнь, а может еще несколько. Так вот, привязанность – это не что иное, как путы, которые создают наши чувства. Когда нету разума или знаний, как угодно. То есть, это, по сути, мы сами себя связываем –
А потом такие, а что происходит? Да. Вот. И эти привязанности, например, в знаке Лев до 7 августа могут давать привязанность к своему «я». Захочется быть в центре внимания, как-то проявиться, какие-то привязанности в романтической сфере, может быть, связано даже и с духовной, потому что, оказывается, привязанности бывают во всех сферах абсолютно. Можно привязаться и к какому-то течению духовному и получать от этого страдания. Да. Также это про свое эго, свое то, как мы себя показываем миру. И, возможно, здесь у нас начнутся вопросы к себе. А гармонично ли я проявляюсь? Гармонично ли вот эта моя внешняя оболочка, которая миру показывает, вообще соотносится с тем, что внутри меня? Вот это яркое сияние, которое мне хочется, это с чем это связано? Откуда это идет? Что мне не хватает? Или наоборот, что во мне много, раз мне этого хочется? Конечно же, вопрос извечный, что такое любовь к себе? Что такое удовольствие, наслаждение? Как получать удовольствие от жизни? Это тоже эти же темы. После 7 августа по 5 сентября Венера зайдет в обратное движение в знак Рак, что может вскрыть, показать привязанность в семье. То есть либо к семье, либо в самой структуре семьи. Захочется заботы больше, чего-то такого домашнего, уютного. Также может быть такое начаться разделение, или же оно просто проявится, потому что ретро-планеты, вообще планеты, это не то, чтобы они заходят куда-то и такие, все, вот так сейчас будет. Нет, они просто помогают нам высвобождать наши же кармы. Так что они просто вот... Они те, кто просто открывает дверь в наши чуланы потаённые. Вот. И захочется тоже научиться наслаждаться. Какие-то, возможно, внешние раздражители будут настолько раздражать, что внутри покоя, возможно, ощущаться не будет, а возможно и наоборот. Это все зависит от индивидуально, насколько ваша Венера гармонична. Также это может давать... вскрытие привязанностей по отношению к маме. Бывают они разные, как с плюсом, так и с минусом. Но любая привязанность — это напряжение, поэтому это тоже даст возможность выйти с мамой в отношениях на новый уровень. Также это про недвижимость, про движимость тоже. Какие-то здесь привязанности, резкие сильные желания, невозможности, оттягивания. Или наоборот, что-то резко придет. Это все как что в чулане было, то и пришло. Также возможность увидеть свои привязанности к стабильности и вообще разобраться, что такое для меня стабильность. И также, конечно же, в любовных отношениях тоже чувственные наслаждения, тортики вот эти все наши с вами любимые. Ну, тортики — это я так одним словом про любой вид наслаждения. Это не значит, что в это время не надо наслаждаться. Надо наслаждаться. Это, как я сказала, наслаждение — это одна из частей наших с вами цели. Пурушартхи, четыре цели человеческого рождения. Но это не все наше, не вся одна наша цель. Это благоприятное время для аскез по качествам Венеры. То есть связано, может быть, с внешним видом, с красотой,
Также это может быть связано тоже с едой, с чем-то вкусненьким. Ну, все виды наслаждения, которые мы сейчас получаем. Там фильмы смотрим, сериалы, что-то читаем, музыку слушаем. И очень хорошее время для того, чтобы попаститься здесь, чтобы утончить свое восприятие, так, немножко стать гурманом, можно так сказать, на время стать гурманом. И самое, что важное, конечно, что обычно хочется, когда ретроградная Венера, вот сейчас я скажу прямо для всех, хочется постричься, покраситься, поменять форму бровей, там, я не знаю, для женщин, там, сменить имидж кардинально и все в этом роде, что-то, каких-то перемен. Это потому, что есть внутренний посыл, и нам, конечно же, хочется быстрее решить его вовне, чтобы это нас не раздражало. Но это время считается не очень благоприятным для этого, только если уж прям припекло основательно. Вот. Итак, транзит ретроградной Венеры для каждого восходящего знака. Так как у нас есть два отрезка, да, условно по 7 августа и после, я буду называть... Сначала говорить по первой части, потом по второй, для каждого восходящего и лунного знака. Итак, начнем мы с восходящих и лунных раков, поскольку Венера будет у нас в раке, она у нас будет в раке во второй половине этого отрезка, вот так буду говорить, во второй половине. А сейчас для восходящих раков, в первой половине для восходящих и лунных раков транзит ретроградной Венеры может дать желание попаститься, как мы уже говорили, в принципе, благоприятно, желание много кушать и копить. Но здесь тоже накопление благоприятно, они всегда благоприятны. Захочется украшать свое лицо, но об этом мы поговорили, это все благоприятно, но без каких-то кардинальных резких движений. Во второй части для восходящих и лунных раков выйдет на первый план уже концепция «я», свое проявление в мире, будет возможность проработать привязанности. Знаете, как это иногда получается? Вот живешь ты, живешь, а потом ретроградная Венера у тебя идет транзитом по первому дому, и ты замечаешь какую-то морщину на лице, такую большую, или прыщ вскочил. А ты не видел, жила с ним спокойно до этого. Ну, боже, какая ерунда! А тут в это время тебя остро это начинает беспокоить. И ты садишься, берешь чашку чая и думаешь, почему все так происходит в мире, в этом бренном мире. Ну, это шутки шутками, но бывает и такое. Конечно же, внимание уделить своему «я», своей личности, своему проявлению в социуме во второй половине. А в первой половине и питанию очень важно уделить внимание, накоплениям, также родительской семье, больше любви в эти сферы. Следующее. Для восходящего и лунного льва. Первая половина здесь, напротив, первая половина этого периода, этого транзита, для вас будет возможностью проявиться, возможностью как сжатой пружины выстрелить, если у вас есть такое желание, если есть у вас такая необходимость сейчас. Конечно, это тоже работа с эго, работа с я, можно так назвать, с позиционированием, с личным брендом.
Тоже, возможно, захочется сильно очень поменять кардинально внешность. Просто с этим нужно поаккуратнее, не торопиться. Во второй половине для вас это возможность разобраться, понять свои, то, что приносит вам в жизни удовольствие, что что дает вам чувство полета, чувство умиротворения, что или какие средства, допустим, это какие-то там предметы роскоши или же поездки куда-то. Очень благоприятно паломничество, поездки за границу для вас в этот период. Следующий транзит для восходящих и лунных дев. Для вас первая половина этого периода, транзит Венеры, пройдет тоже в понимание своих удовольствий, в понимании, в анализе, в поиске, то, что приносит наслаждение. Конечно же, нам лучше всем искать, быть так, не зависеть от внешних обстоятельств, но и предметы какие-то, и вещи, и все, что нас окружает, тоже должно доставлять радость. Но здесь на первый план входит в то, что я говорила ранее, это научиться наслаждаться уже здесь. Я сейчас сижу, рассказываю вам, казалось бы, щекотливая ситуация. Но нет, я наслаждаюсь. Это первый период этого, первая часть транзита. Вторая часть этого транзита может дать желание большего, то есть увеличить ваше желание еще сильнее, чем было до этого. Поэтому пристальное внимание, можно выписывать свои желания, там дневники желания вести, анализировать. Вы знаете, есть очень интересная такая простая практика. Вы берете, выписываете все свои желания, 100 штук, и потом расставляете их в приоритет. Ну, от 1 до 100. Прекрасно вообще работает. Также это время хорошо для того, чтобы если есть возможность поработать со старшими братьями и сестрами, улучшить отношения, именно улучшить, гармонизировать, это хорошее время для этого. Следующий транзит ретроградной Венеры для восходящих и лунных весов. Для весов, в принципе, если мы говорим про Венеру, для вас это очень значимая планета, поэтому так или иначе вашу личность все равно будет затрагивать, свое «я», эго, внешнее проявление. Плюс еще дополнительно для вас первая часть этого транзита будет проявлена тоже как, возможно, расширение собственных желаний, привязанность к своим желаниям, когда сильно что-то хочешь, но не получается. И тогда начинается вот это принятие, стадия отрицания, гнев, вот это все. Так как вы вооружены уже, вы уже понимаете, что такое может быть, вы будете готовы. И также с братьями и сестрами очень благоприятно поработать над гармонизацией отношений, над улучшением отношений. Если есть у вас тоже кто-то из старших, там, наставников, тоже благоприятно. Вторая часть – это для вас шанс привнести красоту в вашу работу и отношения в вашей работе, в коллективе, сделать более дружелюбными. Поэтому
можно смело пользоваться. Если там даже если у вас на работе там, как называют это, пренебрежительно, клубок змей, вы знаете, что змеи очень любят молоко. Скоро еще Нагпанчами, праздник такой ведический. Змеи очень любят молоко. Надо просто ко всем найти колючек от сердца. Давайте дальше пойдем. Для восходящих и лунных скорпионов этот транзит, транзит ретроградной Венеры, может проявляться тоже в первой части как возможность принести красоту, гармонию в работу, в социальную сферу, также лишний раз наряжаться на работу, это прекрасно. Вообще, если у вас есть возможность ходить на работу, надо наряжаться. Хорошо. Также может дать возможность там где-то подлатать какие-то неудачи, если они были на вашем пути. Вернуться в это место, в вашу ошибку условно, и заново проработать, исправить, и уже забыть о ней, идти вперед. Вторая часть для вас этого транзита может дать проработку, возможность проработать отношения со старшими, с учителями, с наставниками. Внутренне также с отцом очень хорошая возможность, если там практику поклонов начать отцу делать, очень благоприятно. Потому что, несмотря на то, что у нас Венера ассоциируется с какими-то романтическими, романтической любовью, Венера — это, в принципе, любовь, в любом ее виде. Поэтому любовь к родителю — это тоже любовь, и это возможность, к учителю тоже, возможность вывести эти отношения на более глубокий духовный уровень. Вторая, так я сказала про первую, вторая, все. Следующий транзит для восходящих и лунных стрельцов — ретроградные Венеры. Первая часть также дарует вам возможность поработать над внутренней, над внутренними глубокими отношениями с учителями, с отцом. Также это ну, это прибавляет удачи. Даже если где-то были неудачи, если мы говорим про ретрогрессию, это всегда возврат, это всегда про то, что мы найдем суть этой проблемы, мы ее решим и будем двигаться дальше. Вторая часть транзита может дать желание быть очень привлекательным, привлекать противоположный пол, может дать какие-то страсти, чтобы начать бушевать, но так как мы предупреждены, мы вооружены, и очень благоприятно, если вы почувствуете в себе желание блеснуть очень серьезно, то, конечно же, занятия танцами, все, что связано с телом, потому что сексуальная вот эта наша природа, она не только проявляется, как мы одеваемся, как мы двигаемся в социуме, но тоже, что происходит в зале. Мы пришли на танцы, потанцевали, эту природу продемонстрировали, можно сказать, ее выгулили, и обратно. Да. В этот момент можно стать очень сильно привлекательным для противоположного пола, поэтому можно чуть скромнее одеваться, если чувствуете на вас такие взгляды. Следующий транзит для восходящих и лунных козерогов. Так, секундочку.
Ага, что-то меня немножко сбоит. Для восходящих и лунных козерогов. Для вас также первая часть может дать излишнюю привлекательность, вопросы о сексуальности, привлекательности. Тоже все может решаться танцами, творчеством через тело физическим. Вторая часть этого транзита для вас может проявиться как может какие-то прошлые партнеры или там отношения всплывать для того, чтобы вы, может, что-то осознали, переосознали. Также это может быть некое обновление в отношениях. То есть можно также, как мы говорили, там, исправить какие-то ошибки, вернуться к ним, проработать их и уже более гармонично, на более любовном уровне идти со своими супругами, партнерами. Следующий транзит для восходящих и лунных водолеев. Для вас этот транзит в первой части, транзит Венеры ретроградной, также даст в первой части возможность сгармонизировать отношения с вашими партнерами и супругами. Также может дать романтичность, также может дать возвращение каких-то партнеров прошлых, только для того, чтобы это проработать внутри себя. Если там остались какие-то обиды, нерешенные вопросы, это хорошее время, чтобы их решить, раз и навсегда там поставить, допустим, точку. Вторая часть этого транзита для вас будет связано с возможностью служить, очень хорошо служить женщинам, кстати говоря. Очень Венера это, в принципе, такой показатель женщин. Очень благоприятно служить, помогать женщинам, заботиться о женщинах, заботиться здесь. Все очень гармонично. Также, конечно, мы всегда следим за своим здоровьем, и все, что касается там проявление шестого дома со своим здоровьем, физическим, ментальным, духовным. Ну, одна из хороших самых гармонизаций, если дело касается здоровья, это служение миру. Следующий транзит ретроградной Венеры для восходящих и лунных рыб. Для вас первая часть этого транзита также будет связано со служением, служением миру, своим здоровьем. Хорошо заняться своим здоровьем, там может быть даже в сфере косметологии, то есть записаться к косметологу, тоже как часть своего здоровья. Почему нет? Но служить женщинам очень благоприятно в первой части. Во второй части нам важно также, если у нас есть партнеры-супруги, вывести нашу романтичность на новый уровень, добавить романтики в нашу жизнь побольше и пересмотреть для себя, что такое романтика, кто должен вкладывать отношения, сколько, индивидуально каждый для себя. Понять, а что я считаю романтичным? Вот что мне нравится? Гулять под луной? Или для меня романтика это вот сесть дома под пледиком, включить какой-нибудь добрый фильм вместе с любимым человеком? Это тоже можно решать в это время. Это те внутренние вопросы, изначально, про которые мы говорили, что в большей степени это все про внутренние ощущения, внутренние решения. Следующий транзит для восходящих и лунных овнов.
Для вас первая часть ретроградной Венеры транзита также пройдет в понимание романтичных чувств внутри себя, создание романтики. И также это может дать желание красоты, там, допустим, для детей что-то купить, как-то по-новому, может быть, там, украсить детскую. Это может тоже проявляться таким образом. Вторая часть транзита, если мы говорим про украсить детскую, то здесь вообще про весь дом. Вам может захочется перекрасить весь дом, сделать какой-то ремонт косметический, поставить там новые какие-то цветы, новый декор. Также это прекрасная возможность сгармонизировать отношения с мамой. Также практика поклонов. Это возможность, как мы говорили, вот этой внутренней любви выйти на следующий уровень, более высокий уровень. Также ты можешь дать покупки. Но это неплохо. Ну, конечно же, мы всегда стараемся каких-то резких, импульсивных, прям сильно избегать вещей. Особенно в ретроградные планеты. Потому что ретроградная — это такой проводник нашей кармы. Поэтому если захочешь что-то резко очень сильно купить, нужно подумать несколько раз, несколько дней. Следующий транзит для восходящих и лунных тельцов. Для вас этот транзит тоже очень важен, потому что это связано тоже с вашим «я», с вашим эго, с вашим характером, с тем, как вы проявляетесь. И для вас также очень благоприятно в первой части транзита подумать над декором дома, может быть, что-то украсить, внести красоты больше, с внутренним своим счастьем, как вы внутренне себя ощущаете, от чего вы счастливы, задать себе такие вопросы. Также благоприятно тоже отношения с мамой, делать поклоны, культивировать любовь к маме. Во второй части для вас может проявляться как творчество руками, может быть связано с чем-то литературным, что-то писательство, что-то захочется сделать. Можно сделать. Это хорошее время для этого. И следующий, заключительный транзит для восходящих и лунных близнецов. Для вас первая часть этого транзита будет тоже связано с творчеством, также может быть связано с короткими там путешествиями, с поездками, с литературным, там, с блогерством тоже, все, что связано с творчеством руками. А вторая часть для вас благоприятна, чтобы убрать привязанности, особенно деструктивные, в питании, по накоплениям тоже, подумать, посмотреть. И больше любви принести в вашу семью. Угу. Так, мои хорошие, на этом мы с вами заканчиваем. Также я обещала рассмотреть карты присутствующих на предмет того, как транзит проявляется для вас. К сожалению, сейчас у меня появилось очень срочное дело, поэтому вы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я посмотрю вашу карту и запишу либо конкретно для вас видео специально, либо же отвечу письменно вам. Ну, скорее всего, я запишу отдельное видео.
Благодарю вас за понимание. То, что в эфир, видите, уже 40 минут мы с вами тут сидим, потому что транзит большой, объемный. Я пыталась охватить несколько сфер сразу. Все, благодарю за понимание. Любви, счастья, успехов, чтобы Венера ваша наслаждалась, училась умело наслаждаться здесь и сейчас.